Руська Лозова. Кілька місяців в окупації та постійні обстріли з боку загарбників протягом тривалого часу вже після звільнення. Любов Михайлівна з чоловіком намагалися повернутися додому ще минулого року, проте жити в розбитому будинку не змогли, зимували у синів. Штори гуляють, все гуляє кругом, окон нету. Ворота на той стороні розбиті лежать, можете зняти ворота, посмотрите, які ворота. Стекла полон двор, все. Что могу сказать? Хата разбита. Когда приехали, посмотрели, хотели окна забивать стали. Посмотрели, у нас дом начал расходиться. То есть мы на чердак заскочили, а на чердаку, получается, разбитые были стропилы. Вот это, что держит каркас дома, стропилы разбиты. Ну, ребята бегом сошлись, волонтеры там, не волонтеры, соседи, друзья, и постягивали вот эти стропилы. Ну, Господь дал, дом немножко разошелся, но с виду целый, жить можно. Цього року зимуватимуть вдома. Треба тільки налагодити опалення та дочекатися електроенергії. Які плани на будущее? Оставатися жити, нікуди не виїжджати. Що не буде, будемо сидіти на своєму місці. Дедушка вже батарею з синов'ями поремонтували, там воду ще не закачували. Ну, перевіримо систему. Газ дали, слава тобі, Господи, давно газ дали нам уже. Світ, якщо дадуть, живі, гуляй. Конечно, зимовать. А куда же уже идти? Газ есть, свет будет. Трансформатора нету. Если будет трансформатор, свет будет. Провели уже всю линию. Осталось подключить тогда и все. Любов Михайлівна згадує перші емоції після повернення. Каже, руки в неї ніколи не опускалися. Між дверями і ступеньками у нас були прильоти були. Нам вот это все розбито, прильоти. Видите, трещини пошли. Честно сказать, я, Коля еще не приехал, я еще, наверное, 9-го приехала первый раз. Я положила доску, и по этой доске пришла в дом, я так захожу на порог, а мне не хочется заходить, меня просто не заносит. Страшно было первое время. А потом, ну, сейчас в дом боюсь заходить. Зашла, посмотрела кровь, все нормально. Отлично, дети мои. Домашнее есть домашнее, свое есть свое, плохое, хорошее, но оно свое. Первый раз пришли, полтора часа отлежала на кровати, на своей, просто так. Дед говорит, тебе что, плохо, наверное? Я говорю, нет, все нормально. Просто я легла на свое место, мое, как у сына не живи, как не тряся, а дом есть дом. У сусідів ситуація гірша. Від будинку залишилися тільки стіни. Згоріло все. Коли Людмила вперше побачила свій будинок, не думала, що ремонт допоможе. Текли сльози, стояла комок в горлі, більше нічого. Було дуже тяжело. Знаю, що скільки ми нашого труда вложено. Было очень трудно. Потом появилась надежда, ну, жизнь продолжается. Начали восстанавливать, стеклить, делать какой-то ремонт. Спасибо волонтерам, соседям. Люди помогают, хоть перекроют. Мы уже не знали, что делать, но мы все равно что-то делали. Какой-то период, знаете, прошел, такой переломный, ну, а потом началось какое-то дыхание, все равно верили. Раз мы выжили, значит, надо дальше продолжать жить. Ну, узнали, фотографии выставлялись сгоревших домов. Муж первый увидел, показал, мы очень долго переживали, плакали. Было очень больно, не верилось. Ну. Подружжя зараз ремонтує літню кухню. Там же і живуть. Переїхали, восстанавливаємо. Приїхали 25 июня перший раз сюди. Попытались проехать, посмотрели, хватило нас на 5 минут с женой. Ну, дома нету, тут тоже ничего нету уже совсем от слова. Это уже на 90% этот летняя кухня восстановлена. Ну и вот это вот за зимний период, за осенний пытаемся превратить его в более-менее божеский вид, хотя бы жить как-то, потому что снимать все это дорого, тем более не было возможностей. Ну, перебивались, сейчас уже вот маму перевезли, она у нас слепая полностью. Ну, слава Богу, живем, радуемся одним днем и все. Восстанавливаем. Олександр не втрачає надії відбудувати житло повністю, хоча зараз навіть планів, як це зробити, немає. У колись затишній спальні досі лежать фрагменти російських снарядів. Ми такі вже з криші знімали, його за ворот убирали, воєнні посмотрели, сказали, що це вже металолом.
нічого страшного з цим уже не буде. Волонтери, які зараз працюють у Руській Лозовій, раніше возили гуманітарну допомогу, потім перекваліфікувалися. Кажуть, тут зруйновано близько 70% будинків. Ми звернули на це увагу і построили плани для того, щоб допомогти людям відновлювати це. Все. І коли ми подумали, що нам треба, ми зробили хаб будівельний, выиграли грант, получили инструменты. Мы почему и взялись за крыши и окна, потому что это самое минимальное, что мы можем сейчас быстро за лето успеть сделать. То есть, когда пойдут дожди и испортятся погодные условия, люди смогут что-то сделать внутри дома, но если нет крыши, все будет бесполезно. Працювати у передмісті Харкова волонтери почали з весни. За їхніми підрахунками, зробили частковий ремонт вже у близько півсотні будинків. Ми приїхали, почали допомагати людям, у яких там лежачі батьки, там бабушка, дедушка. Ми відібрали таких людей, в основному, які нуждаються. Почали їм допомагати, і все. І це не зупиняється. Вони йдуть зі всіх сторон. И сердце разрывается за них. Каждый просит о помощи. У кого-то есть строительный материал, тот же самый шифер, но они не в состоянии его поставить, там как-то отремонтировать что-то себе. Они вот просят именно волонтеров, чтобы ему помогали. Але робота не закінчується. Що ремонтувати є у кожній хаті, і заявок не меншає. Мы раньше занимались кормлением, горячие обеды развозили. Просто сейчас за ремонтами за этими некогда. Но там люди есть, кто помогает, спасибо тоже им. Поэтому я сейчас здесь. На это не все соглашаются. Не знаю, как-то именно когда работать усердно надо целый день, не каждый решается, чтобы просто помогать людям. Восени та взимку команда зупинятися не собирається. Кажуть, може почнуть виконувати якісь внутрішні роботи.